у этого оленя текстура такой ткани с пропиткой. Ну, короче, идеальный чехол в плане того, что у него вырезы под камеру, у него вырезы под разъемы, под все штекера, всевозможное, все полностью совпадает. У него очень плотно прилегает сама текстура к телефону. На сегодняшний день я считаю, что это самый идеальный чехол в плане того, что он немного делает толще сам аппарат, но за это мы получаем возможность носить его на петличке. За это мы получаем бампер, который закрывает со всех сторон, со всех щелей. Вот. И имеет еще такую вот мягкую, хорошую основу. Мягкую и, ну, пропитка водоотталкивающая какая-то. Я думаю, что это все-таки ткань. Вот. Сделано очень качественно, очень хорошо. Для Ми 6 подходит все. Вот, здесь мы можем увидеть, что это действительно ткань дышащая. Вот, защищает полностью телефон. И еще сверху идет миллиметровый наплыв выше стекла. Чем он лучше Нилкина? Тем, что у Нилкина вот эта часть вверху и у люминесцентных чехлов, вот эта вот вверху и внизу часть, она открыта все-таки. И есть возможность того, что вы можете поцарапать. Вот у меня мелкие царапки есть на углу бампера. Обода, так сказать. Вот. И это не очень как бы радует. Но теперь я думаю, что такие чехлы я буду заказывать постоянно. Садится очень жестко и идеально. Просто вот ничего не выпирает, все подтянуто, все сбалансировано сделано. То есть здесь вот наплывчик. Даже если вы поставите стекло, это стекло будет ниже вот этого наплывчика. Если вы его куда-то положите, он ложится мягко. У него без боязни можно ложить, камеры защищены полностью. Камеры вообще идеально прорисованы здесь. Не смещено ничего, все по центру. Самый лучший чехол в этом году, который у меня был. Думаю, теперь я буду, скорее всего, брать такие. Он резиновый, не силикон даже, я бы сказал, что больше как бы резина. Вот он не скользит в руке, он очень-очень хорошо лежит. Но вот эта вот задняя накладка, это, конечно, класс. Да, на нее поп-сокет ты тут не поставишь, но тем не менее тактильные ощущения очень хорошие. Все сделано качественно, и цена этого чехла 120 рублей была на 11-11 число. И сейчас он стоит где-то в порядке 150 рублей. Я думаю, это адекватная цена для данной модели, для данных чехлов. Вот. Здесь сделано все очень-очень хорошо и идеально. Всем, кому было полезно, очень сильно рекомендую зайти на сайт к этому продавцу, в магазин AliExpress и купить себе телефон. Ой, вернее, не телефон, а чехол на свой телефон. Вот. У него большое разнообразие чехлов. Для айфонов есть для больших моделей Xiaomi, таких как Mi Max, там, ну, в общем, разных. Проходите по ссылке, смотрите. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.